Вечер вторника подарил курянам неожиданное для апреля погодное явление – снегопад. По мнению синоптиков, это вовсе не аномалия. На территорию края пришел холодный атмосферный фронт. Погода, к сожалению, в ближайшие дни будет неустойчивой и с пониженным температурным режимом. Так что снег у нас не последний. Возможно, не в таком количестве, но осадки в виде дождя местами с мокрым снегом нас ожидают и в ближайшие сутки. И основным неблагоприятным фактором будет усиление ветра. Завтра ждем усиления ветра до 16-21 метра в секунду. Такая погода может задержаться в регионе до начала мая. Но и в этом тоже есть свои плюсы. Выпавшие осадки способствуют сокращению пожаров в регионе и более высокому уровню самоизоляции.